You're my Miss Right, Miss Right. 널 놓친다면 Miss Right. Всем привет, с вами Miss Right. Вообще не планировала сегодня ничего снимать, планировала приехать и спать лечь с работы. Но, да я даже в мертвом состоянии буду это смотреть, потому что наконец-то мои экзятушки камбэкнулись. Все, ничего не буду развозить, погнали. Какой Бакьян офигенный! Ай, Кай опять с прессом, да что ж такое, хлеще, чем... Сухо тоже. Офигеть! Как это офигенно! Чинёлька, такой подарок с день рождения свой сделал. Нифига себе, босс, их у не локация! Ощущение, что они в нем совместили все, что у них было до этого. Может, это никогда не будешь заканчиваться? Офигенно, шикарно, ну, мне прям так сильно не хватает здесь. Дио-и. Ну, сука, блин. Ну как? Сухо, что ж ты творишь? С Каем вдвоем. Еще теплилась где-то маленькая надежда. Совсем малепусенькая надежда. Что все-таки как бы Леюшка присоединится. Блин, мне было очень чертовски мало. Я надеюсь, они, может быть, что-нибудь еще выпустят, хоть что-то. Мне реально было мало. Я не успела насладиться, не успела даже их рассмотреть толком. Надо будет сейчас идти пересматривать, потому что я вообще ничего не успела понять. Я залипла и все, короче, все пропустила. Ну, блин, как я жду камбэки Эксо, я ничего так не жду. Ну, Эксо и Монтосиков, конечно, потому что у Эксо камбэки в последнее время раз в 150 лет. Там пока дождешься уже... В прошлый раз мы вообще на таймере, мы сидели
будильники себе ставили, прям с работы вылетали в коридор, на улицу, куда угодно отходили, перерывы ставили, лишь бы посмотреть темпо. Ой. Короче, нифига связанного не сказала, ничего толком информативного, потому что я сама ни черта не успела понять, надо идти смотреть снова еще раз. Фух. То есть, все, выдыхаем. Выдыхаем, успокоились и спокойно пошли смотреть заново. С вами была Мисс Райт. Аньон!